Доброе времени, мои ребятушки. Вот такая погодка. А в море не дают купаться. Выгоняют из воды спасатели и гудят сирены. Не знаю почему. Поэтому я пока на море и не ходила. Ну как-то спасатель сказал, что из-за того, что вода холодная, но не знаю. Доброго времени суток, ребята. Погодка у нас вот такая. Настройки, как обычно, гудят, шумят, работают, трудятся труженики, пчелки. Вот, а у меня небольшой мукбанг, небольшой обед, он же и завтрак. И спонсор нашего обеда – пиво. Наливайте себе, какое хотите. У меня сегодня новорос. Новорос у меня сегодня 4 градуса процентов светлое. Вот, потом у меня сегодня персики, немножко трошечки салатика свежего, овощного, и немножко картошечка, мяско, курочка и спаржа с морковкой. Ну и вы, конечно, естественно, и вы. Приятного вам аппетита, мои хорошие. Приятного вам аппетита. Приятненького вам аппетита, мои хорошие. Ой, давайте с вами выпьем. Все, за вас. За вас, за вас, за вас. Какой ветерок. Какой ветер. Какой ветер. За вас, мои. Вкусно. Кстати, вот эти персики вкусные. Маленькие такие. Вот здесь что-то видите немножко. Ну, это не страшно. Вот здесь я уже кто-то погрыз. Кот, наверное. А так-то они вкусные, кстати. Ну, не считая то, что где-то помято. Не считая этого. Доброе времени суток вам, ребятушки. Приятного вам аппетита. Приятненького. Наиприятнейшего. А знаете, что я забыла взять? Хлебушек. Хлебушек. Сейчас. Я проголодалась. Я голодная. Никто меня не кормит. Вот так. Вот так. Я голодная. Никто меня не кормит. А надо, надо, надо хлебушек себе намутить. Гарпития, да? Будет вкусно. Будет здоровски вкусно, мои хорошие. Гарпипия хлеб. Он такой ничего вкусненький. С кунжутом, с семенами. С кориандром. Я, кстати, как-то пиво пила с кориандром. Вкусно, кстати. Короче, пивасик со вкусом кориандра. Приправы. За вас, мои хорошие. За вас. И за Камбас. И за Кавказ. А видели, что еще солнце сюда не повернулось? Оно на той стороне. А потом повернется сюда. И будет душегубка. Но у меня кондишены есть, мне не страшно. Картошечка. Картошечка. Спаржа. Ребят, вкусно. Вот честно. Не буду врать даже. Не буду врать, что невкусно. Реально вкусно. Реально вкусно. Перчики. Персики. Продолжаем кушать.
У кого что, да? Я, знаете, люблю эту спаржу. По-другому она на самом деле называется. Я, кстати, сухую купила. Сама с морковкой приготовлю. С приправкой. Надо на ночь замочить. Это делают из молока ее. И сушат. И получаются вот такие спаржи. Вкусно. Очень вкусно, ребята. Ребята, приятного вам аппетита. За вас. О, ощущение, как будто водяра. Стаканчик водочки, да? Это у меня так, для разогрева. Вкусно, ребята. Картоха. Я проголодалась, жесть. Салатик в тему. Ребята, это вкусно. Здорово. И выгоняют с моря. С воды. Дают купаться. Вот так. Причем многим. Не знаю почему. Объясняю тем, что вода холодная. У нас еще на море корабль, ну этот военный. Охраняет. Может, из-за него не пускают. Я не знаю, из-за чего. Поджаристая. Хрустит. Очень вкусно. Очень здорово. Даже руками можно брать и есть спаржу. Вкусно. Вы любите спаржу? Это вкусно. Очень вкусно. Здорово. Какой смысл идти на это море? Меня оттуда выгоняют.
Ну, может, ситуация потом изменится, не знаю. Или будет так, ну... Или что, так будет целое лето? Вкусно. Очень вкусно. Очень. Приятного вам аппетита, мои хорошие. Кушайте много, кушайте мало. У кого какие потребности? Кушайте много, да? У меня слов нет. Потому что вкусно. Потому что вкусно. За вас. Вчера вино пила. Ой, и трохи плоховастенько. Нафига я пила вино? Не знаю. А сегодня мучаюсь. Вкусно. Вот это я сегодня не буду вина пить. Мне хватило вчера. Вчера. Ой, пиво, вино намешало. Намешала. Ножка. Вкусно. В общем, приятного вам хорошего дня, настроения. Приятного вам аппетита. Хорошей погоды. Мирного неба. Если она будет. Потому что война может наступить повсюду. Да. 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 Война может повсюду наступить.
вкусно. Очень все вкусно. Я сейчас буду это доедать. Вам желаю всего-всего. Хорошего, доброго вам желаю. Добра, позитива.